Ирина, благодарю вас за замечательный блог «Анатомия на пальцах». Благодарю Илью за такой четкий и емкий подход, который позволяет по-настоящему сложную информацию воспринять легко. Благодаря тому, что то, что подается на курсе, вот даже за одно занятие видно, что подается не проще, чтобы подумать, что это ерунда, но достаточно просто, чтобы понять и почувствовать, что ты с этим справишься, что этот материал действительно уложится в памяти, и ты сможешь им воспользоваться. Очень классные методы применены, и такие метафоричные, четкие, простроенные какие-то связи, образы, которые помогают включить прям вот восприятие и увидеть, насколько эта информация на самом деле, будучи сложной, проста в понимании и в восприятии студентами. Поэтому спасибо огромное. Вот я на своем личном опыте могу сказать, что получила большое удовольствие. А самое ценное то, что вот знаете, как до и после. Если до этого, заходя на урок, было ощущение, что я, как бы помню все разрозненно, что-то помню, что-то нет, то после урока было полное ощущение, что все недостающие части воссоединились, все, что было, встроилось, а то, чего не хватало, появилось. И такой цельный образ собрался. Поэтому спасибо огромное и прям очень рекомендую всем, кто решит продолжить свое обучение вот этому замечательному курсу, в частности, анатомии на пальцах.